Из-под кольца сверху не забил. Внимание, Рис, абсолютно не торопясь, пытался обыграть в левую сторону Уэйра, не получилось. Абдул-Басиров вот на трехочковой дуге не так опасен, как в трехсекундной зоне. И Рис остался один в секундной зоне. Хозяин. Рис, Перевалов. Еще шестая потеря. На этот раз Остапкович отдал мяч. А вот здесь Рис с разворота. Очень красиво. Ну, очень. Там Соломон вышел вместо Халтурина, а тем временем Рис. Какой низкой стойки сидит Тримбл против него. А Остапкович опять опоздал. И опять Нуф, Абдул-Басиров, Джонсон, Соломон и Рис. Кого же поменять? А, был Чебуркин. Очень легкая атака Пармы. Джонсон, Соломон, Платунов, Рис и Абдул-Басиров. Рис треху точно. Поменялись Джекири и Антонов. Там его за получение Уэйр в дальнем углу. А вот теперь он открылся. Неудачный Жан-Шар. И Рис против него будет атаковать. Уэйр бросить сразу. Молодец, Джонсон.